Всем привет! Это очередное видео о том, как мой швейный, рукодельный, хендмейд гардероб работает в жизни. Вот сегодня воскресенье, и мы идем по нашим воскресным делам. Сзади у меня тачка, потому что мы зайдем за продуктами, а сейчас, до того, как мы пойдем за продуктами, мы пойдем посмотрим подарок Артемке, потому что фея сегодня ему принесла на крыльях 5 фунтов за зуб, который выпал. И я сегодня в шелковом топе салатовом, в джинсах, в шлепках салатовых. Сзади у меня рюкзачок голубой. Ну и там джинсовая куртка, но на самом деле погода шикарная, как вы видите. И солнца нет, но при этом тепло, пасмурно. Очень люблю такую погоду. Птички поют. Слышите? Кстати, в этом парке я по утрам бегаю. Лучший кадр. Я тебе его вырежу и отправлю в Вайбере. Давай, как жираф. Они не разговаривают. Машинку, смотри, надо выбрать. Есть вот синяя, держи. Есть вот такая вот красная. Смотри. Я хочу красную. Красная. Мы находимся сейчас в Poundland. Это типа фикс прайса. И здесь есть классная одежда из хлопка трикотажа для дома. Вот такие вот леггинсы. Есть укороченные с хлопочка. Белые, серые. О, есть синие укороченные. Возьмем 12, правда? А здесь футболочки. Ну, возьму вот эту цветную. Не так видно пятна на ней. Правда? Гигантские мелки. Вот они. У нас вон, полная тележка уже продуктов. Можно журнал полистать. Смотри, какой купальник на девушке. Ух! Грязное зеркало. Ну, в общем, вот так работает этот топ в жизни. Все просто перфекто. Жара, суббота и жара. Кстати, мне жарко. Я вот надела просто показать вот этот костюмчик. Классный такой. Для дома вообще просто супер. Но на самом деле я сейчас ношу платье. Что мы надеваем в такую жаркую погоду? Ну, вообще буду тестировать свое розовое платье, потому что на улице я еще в нем не была, только дома. Модничала. Кстати, это розовое платье. Вот сегодня видео вышло. Спасибо всем за комментарии. Свою голубую сумку, хотя жду плетеные сумки из Нюшик. Заказала уже месяц, идут. Что такое? Надеюсь, придут ко мне не в конце лета. Но розовое, голубое, по-моему, замечательно. Эта сумка, кстати, оказалась очень удобная. Это сумка-рюкзак. И свои новые босоножки. Босоножки от Clarks. Они превосходные. На устойчивом каблучке цвет такой нюдовый и такой коралловый. Боже мой, какая прелесть. Надеваю впервые, надеюсь, не натру. Смотрите, какое тут место. Очень много тех, кто сидит за столиками. Так шумно. Народ полуголый. Очень жарко. Очень. Все это мне напоминает Рим. Какой манекен, смотрите. Loose означает туалет. Смотрите, как тут интересно. Вот там есть для инвалидов, а здесь
Вроде такой подвал, камура, но при этом поставили зеркала. И так классно. Да, и тут написано «Ауч». Ну, типа, ауч. Осторожно, потому что можно стукнуться. А тут «Ауч 2». Если «Ауч 1» не помог, то «Ауч 2» уж точно. Female – это девочки. И разные зеркала. Привет. О, хорошо как. Будем пробовать вот этот салат. Здесь проросшие зернышки, листья салата, сыр. Ну, то ли как похож на мягкий сыр, не знаю, какой это, не фета, может, фета. Вот какие-то оранжевые штуки. Может, это тыква? Вот это я даже не знаю, что это. А, это грибы. Орешки немножко. Какой-то соус. И вяленые помидоры. Вчера случилась беда. Я натерла ноги. Нет, я не натерла ноги. Я натерла свои сандали. Вот видите, кожу стерла. Так что придется спасать. Но комфортные, удобные. Просто как в тапочках. Шикарные. А сегодня воскресенье. Во-первых, сегодня мне надо пойти за продуктами. И я сегодня дошила юбку. И буду ее тестировать. Та-дам! Юбка на резинке. Для фигуры груша. Для таких, как я. Юбка сшита, топа еще нет. Поэтому топ я буду надевать свой шелковый зеленый. Смотрите, как классно смотрится, да? Серая юбка, топ зеленый. Конечно же, удобные. Все те же шлепы. И все то же, ничего сверхъестественного и нового. Голубой рюкзачок. И вот такая вот я красивая. Пойду на прогулку и в магазин. Лёшек меня пригласил на обед, туда, где обедают офисные клерки, ну и все те, кто работает в офисах здесь, в Бристоле. И я не могу не согласиться и не могу опоздать, потому что нужно быть там в 12, иначе все съедят. Что я сегодня надеваю? Свой костюм, который вот-вот я дошила, юбка и топ, который вот буквально вчера был завершен, сегодня буду тестировать. Надену удобную обувь, конверсы. Правда, они уже доживают свою жизнь. Все тот же голубой рюкзак. В общем, побежали. Обеденное время, Николас Маркет. Ищем нашу кафешку. Это пироги. Картошечка. Это, наверное, мясо какое-то с рисом. Это курочка. Это португальская кухня. А рыба нет? Two cuts, please. Thank you. Места очень мало, все очень компактненько. Вау. Это окунь, да, ты говорил? Окунь. И такой к нему салат идет. Вот эта тарелка стоит 6 фунтов. Все зависит от перевода. Возможно, и не окунь. Короче, это кот. Короче, кот. Что такое кот, мы не знаем. Погуглите. Мне попался не окунь, мне попалась картошка. Опять картошка. Вот окунь, вот он. Картошка. Лёшка, тут одна картошка.
наконец-то, с пятого раза выпала рыба. Попытка номер два. Все-таки попробовать этого лосося, о котором Леша рассказывал, все там же, в той португальской кухне, в которой мы были в прошлый раз. Но мне почему-то попалась одна картошка. А сегодня вторник, рыбный день у них. И я вчера дошила новое платье. Платье с воланом. Надеваю его. Надеваю свой вот этот любимый пояс. Ремень. Надеваю, беру с собой сумочку. Рыженькую, оранжевую, желтую. Как раз хорошо под ремень. Не смотрите, как классно. Надеваю свои босоножки на низком ходу. Я, кстати, их, помните, поцарапала. Закрасила фломастером. Отлично. Есть один нюанс. У меня загар тракториста. Плечо загоревшее, шея сгоревшая. А вот здесь белое. Не знаю. Ну, надену, пойду, пусть загорает. Так, у нас такая переменная облачность. Так что наряжаюсь и выбегаю. Дают деревянные вилочки и ножи. Экологично, правда? Где? Где салмон? Вот салмон. Ну, я не могу сказать, что он мягенький. Но вкусный. Такое сочетание картошка с рисом, но вкусно.